Обязательно. Удобство налития воды, наливания. То есть все вполне удобно. Конечно, есть минус этой штуки. Например, вот зимой, да, воду же с собой сильно не будешь таскать. Вероятнее бы всего, конечно, хотелось бы снег. То есть уже какая-то проблема начинается. А вроде бы чайника на самом деле бы и ничего. Ой, но с собой. Надо... С собой все равно, мне кажется, ты в машине будешь таскать. Надо с собой какой-то уже снег. Какую-то чашку, в смысле, чтобы этот снег, например, топить, что-то еще. Что-то такой легонький получился. Пойдем попробуем, зажжем. Тут у нас как раз краешку бумажечка есть, да? Long burn, match burn. Короче. Нифига какая сразу тяга пошла. Видел, да? А ты говоришь, загорится или нет? Литрушка. Да почти литрушка. Ну, считай, еще не только-только разожжем эту фигню. Я дымит-то как-то паровозом. То есть бумага сгорит, мне кажется, все под такое. Сейчас посмотрим, что это. Значит, сгорелся все равно. Тяга-то хорошая. Что, печь, труба такая. Ладно. Раздуна? Поузни пока что. Прикольно дымит. Прикольно, да? Оператор Максимка куда-то исчез у нас. Сказал, больше не хочет оперировать. Ух, стемнело тут как сильно. Первый запуск практически. Сразу по низу все нагрелось. Соответственно, на снег сильно никуда на лед не поставишь. Вот так. Вот у нас начал появляться тут сверху огонь. Сейчас, конечно, мы начали снимать, опять ничего нету. Видно, видно. Такое прям пламя. Дрова, наверное, у нас как-то неправильные. Видели, видели, какой огонь горит? Там все так закоптилось. Келли кетл. О, да. закипает. Реально закипает уже? Снимаем. Офигеть, нифига скорость. Так это 4 минуты, литр. И самое-то смешное, здесь дольше-то разжигалось у нас все, да? То есть реально дольше-то разжигалось. Круто. А ты, круто. А ты говоришь мне. Это, кстати, не на литр, а на литр. Литр один. Ну так-то еще нифига не кипит там, только начинает. И ты пробку закинул, еще махом. Пробка же выплеснула. Угу. Короче, надо брать, ребята. Всем привет. Теперь она точно кипит. За 5 минут. За 5 минут реально тут с розжига все закипело. Сейчас покажи, я не видел. Вот. Тут вообще бурлит все и кипит. Ну давай, снимай, я посмотрю. Запишу. А что там? Я сейчас сниму, а там все развалится. Внутри-то. Видишь, что сделалось? Хоп. Что тут не развалилось сильно? Вот пойдем налье? Пойдем. Все, налье. Пройдем. Давай, наливай. И точку. А, мимо. Понял? Круто. А запах? На костре. Запах какой стоит. Ну все. Внутри что у нас там? Там посмотрят. Шир камеру свет.